Правительства сибирских регионов определились с планами развития на этот год. Амбиции чиновников поражают. Новые моногорода, атомные реакторы, миллиарды рублей инвестиций. Дмитрий Ковалев подробнее расскажет о самых интересных проектах. В Томской области определили 5 направлений развития – от экономики до эффективности власти. Но главные цели поставили в администрации области – так называемые маяки развития. Первый – строительство атомного реактора в Северске. На его создание планируется потратить 100 миллиардов рублей. Создание такого реактора позволит атомной станции работать эффективнее и снизит количество выбросов. Еще 100 миллиардов уйдет на крупнейший в стране лесопромышленный парк. Среди самых интересных задумок в Омской области – развитие моногорода Красноярское городское поселение и создание индустриального парка «Солнечный». Там должны появиться пищевое и машиностроительное производство. Вложение – 1 миллиард рублей. Продолжат совершенствование системы социального питания в Омской области. До 1 марта чиновники должны рассчитать, как правильно и выгодно кормить людей в школах и больницах. Предполагается, что обеды будут готовиться из продуктов местного производства. Ужесточится контроль качества. Главная цель для властей Новосибирской области – привлечение инвесторов. Выгодные проекты планируют создать в пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбной отрасли и сельском хозяйстве. Пока у чиновников нет конкретных целей. Как говорят эксперты, от развития в этой сфере не будет мгновенной отдачи, но она определит развитие на десятилетия вперед. Прежде всего, конечно, нужно делать акцент на институциональные изменения, то есть снятие излишних барьеров на пути развития бизнеса. Это раз. Второе. Это такая вот точечная поддержка инновационных проектов, которые обещают наиболее серьезные такие вот прорывы, технологические прорывы в региональной экономике. Продолжат развивать в регионе частно-государственное партнерство. Больше 430 миллионов рублей в бюджет региона выделено фондом содействия реформированию ЖКХ. Деньги пойдут на установку газовых котлов и строительство тепловых сетей. Приоритеты правительства Кузбасса – угольная отрасль и сельское хозяйство. В Новокузнецком районе идет строительство крупнейшего угледобывающего комплекса. В него войдет новая шахта и фабрика по обогащению сырья. Инвесторы направят в отрасль 53 миллиарда рублей. В сельском хозяйстве ставку делают на мясо и молоко. В том же Новокузнецком районе планируется строительство агрокомплекса. К 2020 году он должен обеспечить мясом весь юг Кузбасса. Больше 1 миллиарда рублей потратит область на строительство дорог.